Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. Програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості нашої студії з досить гострою темою. Це заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Прокоф'єв Дмитро Ігорович та Ракіпов Владислав Русланович, начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. І тема нашої сьогоднішньої розмови – це роздрібна торгівля підакцизними товарами, а саме алкоголем та табачними виробами. Так? Сьогодні просто в нас літня пора і дуже багато торгівельних точок, де продаються ці підакцизні товари, так і додаткових, і в межах зон відпочинку дуже багато активно ведеться торгівля. Тому ще раз вирішили нагадати про те, що таке підакцизні товари, при яких умовах вони можуть вестись роздрібний продаж, і що треба мати для того, щоб вести цей роздрібний продаж законно і згідно законодавства. Так? Отже, що в нас відноситься до підакцизних товарів? Це і алкоголь, і тютюнові вироби, і ще які підакцизні товари існують? Топливо, горючі смазочні матеріали. Ну, для більшості населення, ми думаємо, буде цікаво іменно саме алкогольних напоїв та сігарет. Із минулого року ще й пиво було відносено до категорії підакцизних товарів, і для його продажу також потрібно мати касовий апарат і ліцензію роздрібну. Про це ми подробно розкажемо. Що потрібно для того, щоб отримати ліцензію на продаж цих товарів? Для того, щоб отримати ліцензію, необхідно, прежде всего, бути плательщиком налогу, ставити на учеті в інспекцію. Процедура отримання ліцензії дуже проста, вона вже упрощенная максимально. Для этого нужно подать просто заявление к нам в наше управление, либо в Центр обслуживания плательщика при налоговых инспекциях. Заявление подается в произвольной форме и квитанция об оплате и стоимости лицензии. Сколько коштует лицензия? Лицензия в городской местности стоит 8 тысяч гривен в год, оплата идет поквартальная, стоимость 2 тысячи гривен в год – это алкоголь. Если говорим про табак, это 2 тысячи в год, и 500 гривен у нас идет в квартал. Если мы говорим в сельской местности, то это оплата на алкоголь у нас идет 500 гривен за год, 125 гривен в квартал, и на табак 250 гривен, то есть 62,50 в квартал. То есть есть разница в оплате лицензии в міській и сільській місцевості. Що, а можно задать питання, що сприяло тому, що така різниця в оплаті? Так тяжело сказать, это так, если закон Украины прописан, и в нем обозначена стоимость лицензии, на какой период она выдается, и все условия получения. Это все прописано. То есть в сельской местности более приятными умовами, если финансово так что это с той точки зрения сделано, для того, чтобы как-то, я выбачаюсь, буду российскую мову сказать, для того, чтобы как-то способствовать развитию какого-то там малого среднего бизнеса, возможно, именно в сельских регионах, да, поэтому стимулировать там какие-то магазинчики, открытия, там кафешечки. И чтобы это было подконтрольно и легально, так? Так, так. И очень хочется обратить внимание, что названные цифры вы видели, то есть достаточно неадекватные, низкие, и для магазина, для кафе, то есть они посильные, и мы хотим обратить внимание, что наказание, подробнее расскажем, за то, что идет продажа без лицензии, не намного существенно, чем там проще намного уплатить эти там в месяц по порядка там 100 гривен, да, 100 с чем-то там за сигареты там и 100 с чем-то за алкоголь, если это сельская местность, и работать честно, не переживать, что там завтра придут и с проверкой будут проблемы. А якісь умови в магазині мають бути створені для того, щоб вести продаж роздрібний алкоголю? Так. Да, безусловно. Во-первых, есть условия для самоплательщика, на какой группе он находится на обложении. Для продажи алкогольных напитков он должен быть либо на общей системе разрешается. Если эта продажа только идет пиво, тогда разрешается быть плательщиком единого налога. Есть такая льгота для именно реализации пива. И в лицензии на розничную торговлю указывается ваша деятельность, реализация именно столько пива вам разрешается. Для того, чтобы получить лицензию на торговлю алкогольными напитками, вам нужно
Площадь помещения должна быть не менее 20 квадратных метров, то есть это должен быть закрытого типа, павильон, ну, здание, строение какое-то. Что касается табака и табачных изделий, на это площадь не распространяется, то есть любая площадь допустима, любой киоск может спокойно получить лицензию и производить продажу табачных изделий. Тобто, якщо ми зараз на даний момент бачимо, наприклад, біля магазинів або біля кіосків пиво, алкогольні напої, ну, слабоалкогольні напої в холодильниках на вулиці, це поза законом? Совершенно верно. Это является нарушением действующего законодательства. Эти факты нами выявляются, пресекаются и применяются штрафные санкции к плательщикам за такое нарушение. Запрещено продажа алкогольных изделий не в магазинах, то есть за пределами. Если это стоят холодильники, они должны быть закрыты, у них должно быть, ну, как делают наши плательщики все, они закрывают холодильник пленкой, либо заклеивают ее чем-то для того, чтобы охлаждение было напитков, и все, они стоят. Продажа осуществляется все только через магазин, либо в киоске, непосредственно уже с самого киоска. Угу. Ліцензія отримується одноразово, потім тільки проплачується, продовжується, чи кожен рік повторюється процедура? Ні, срок дії ліцензії 1 год, вона видається на 1 год. Оплата йде по квартальній, ззаді там є спеціальні відмітки, проставлення про те, що ви платили квартал, слідуючий у вас продлено. Ну, сама срок дії ліцензії на год. Коли у вас закінчується ваш год, срок дії, ви приходите, подаєте опять заявлення, оплачуєте гроші за ліцензію, отримуєте нову. Все, угу. То есть процедура дуже проста, вона... Там ничего не менялось много лет, наоборот, упрощенное уже максимум. Только заявление в произвольной форме, никаких там обязательных форм нету. В произвольной форме и квитанция об оплате, все. Ліцензія, вона може бути забрана фіскальною службою за якісь порушення? Совершенно верно. Есть такая у нас процедура, как аннулирование лицензии. То есть она есть либо по добровольной, если плательщик сам написал заявление, нам просит аннулировать лицензию, ну, по ряду там своих каких-то причин. Также мы можем ее принудительно аннулировать за, например, факты продажи алкогольных либо табачных изделий несовершеннолетним, либо несовершеннолетним. Это одно из нарушений, за которое лицензия аннулируется. И плюс еще применяется штрафная санкция. Ну, также есть еще ряд других нарушений, уже более таких узких, за которые также можем аннулировать лицензию. Расскажи, может. На какие санкции? Ну, например, торговля в местах, которые не... соответствует действующим законодательству. То есть мы говорим про палатки. Угу. То есть, когда предприниматели берут лицензии на палатки, оформляют, пишут, что у них там магазины, павильоны, по факту, когда приходит проверка, является, что это не магазин и павильон, а простая летняя палатка, как мы видим, по городу стоят, то, конечно, лицензия сразу же аннулируется решением комиссии главного управления и применяется штрафная санкция. В размере? 6800 гривен. Угу. Тобто такая суттєва сума для того, щоб не порушувати закон. Да. Якщо ліцензія вже надана, підприємець торгує і в сезон, наприклад, тільки торгівля в нього відбувається, йому варто брати на весь рік, чи якось це обмежується, чи можна якось коригувати ці часові рамки? Я вже говорив, що ліцензія видається на год, срок дії, угу. То есть у них год, оплата по кварталу. Тобто ви взяли ліцензію, оплатили за перший квартал. Вы квартал, ну, я имею в виду первый квартал, не январь, февраль, а, да. Какой-то квартал, 3 месяца проработали, вы понимаете, допустим, летом вы в июне оформили, июнь, июль, август, все, у вас квартал прошел. Вы в сентябре понимаете, что уже работать не будете, у вас сезон закончился, вы приходите к нам, пишете заявление, что вы просите аннулировать лицензию, ее аннулируют и все. Тобто то есть вы уже не больше платите, значит, по факту вы оплачиваете квартал, эти 2000 гривен в городе, либо, если это сельской местности, то... 125 гривень оплатили, все. Що ще потрібно обов'язково бути в торгівельному залі, в торгівельній залі для того, щоб торгувати ліцензованим? Обов'язково треба мати касовий апарат. Це дуже важливо, на це треба обратити увагу. І обов'язково, звісно, пробивати чеки на всю цю акцизну продукцію. Тому що, ну, к сожалению, не всі предприниматели добросовісно це делают, не всі пробивають. Чеки, мы такие факты знаем, выявляем. Постоянно у нас фактические проверки по заявлениям граждан. Очень много, кстати, хочу отметить, поступает от граждан заявление, что в таком-то там павильоне или в таком-то кафе, магазине производится продажа там того-то без там лицензии или без кассового аппарата. Мы на это реагируем, это основание для проверки. Мы ходим, проверяем, штрафуем, наказываем, изымаем алкоголь, изымаем сигареты, ну, то есть работа. Які штрафні санкції введені для цього?
Ну, смотрите, прежде всего за реализацию алкогольной продукции, либо табачной, и, неважно, без наличия лицензии, это предусмотрен штраф законодательством минимум 17 тысяч гривен. То есть от 17 и он увеличивается, в зависимости от того, какое у вас количество товара находится в торговом объекте, или которого вы уже получили и продали. Также я хочу отметить еще дополнительно, что условием для получения лицензии непосредственно есть кассовый аппарат, который должен уже стоять на учете. Это обязательное условие. Без наличия кассового аппарата лицензию вы никак не получите. То есть, без лицензии изымается же еще и... Да, если без лицензии идет реализация, то это штраф 17 тысяч, плюс еще изымается продукция, составляется протокол про административное правонарушение, отправляется в суд, и субъект хозяйственный, либо там, частное лицо, если он без документов торгует, привлекается еще по решению суда к административной ответственности. Такая есть тоже. К примеру, если вот взять у нас по нарушениям, за этот год, у нас за 2017 год, у нас было выявлено 20 нарушений реализации алкогольных напитков или табачных изделий без лицензии. Це по всій Миколаївській області? По всій Миколаївській області було 20 фактів, тільки таких. Всього було проведено з порядка 140 перевірок. Із них а сама процедура виявлення, вона важка для вас чи ні? На якому етапі, можливо, якісь для вас перепони виникають для того, щоб виявити такі випадки? Ну, как говорил Дмитрий Игоревич, прежде всего для нас, в принципе, нет никаких сложностей, выявлений. У нас много обращений граждан, жалоб на горячую линию, непосредственно к нам в управление, на дежурную часть, главное управление ГФС, поступают звонки от людей в письменном виде. Плюс мы как бы мониторим ситуацию, стараемся плановые делать... Плановые отработки, выезды, по городу рейды. Выезды, рейды смотрим, выявляем, где есть такие торговые объекты, и уже выходим к ним на проверку, и уже их проверяем. Плюс смотрим предприниматели, у которых были лицензии, потом они перестали брать лицензии, либо им аннулировали, новые не взяли, а мы знаем, что торговля ведется. То есть есть информационные базы, которые наши внутренние, которые мы тоже отслеживаем. Тримается на контроле. Да, все эти моменты. И постоянно это проводится. Мы очень еще раз хотим ко всем предпринимателям обратиться, что у нас нет цели там кого-то там наказывать или еще что-то. И, пожалуйста, то есть лицензия стоит на сегодняшний день достаточно дешево, да, для, учитывая стоимость продукции этой алкогольной и так далее. Получить ее достаточно просто, нет никакой бюрократической там процедуры, да. Пришли, как вот Владислав сказал, написали заявление, заплатили, все получили, это буквально там несколько дней. И поэтому, пожалуйста, приходите, покупайте, не торгуйте без лицензии, потому что оно того не стоит. Наказания достаточно жесткие, штрафы большие, изъятие продукции, поэтому не торгуйте без лицензии. Якщо порівняти минулі роки і цей рік, чи збільшилась кількість людей, які отримують ліцензію, бажаючих отримати ліцензію? Ну, я думаю, увеличилось, потому что у нас на сегодняшний день у нас 6625 действующих лицензий на территории Николаевской области, из них алкогольных 3868 и по табаку 2757. Мы видим прирост, если брать вот день 16 вот к сегодняшнему дню 17 года, у нас прирост порядка 270 лицензий. То есть мы видим, что многие предприниматели все-таки понимаю, берут лицензии, открываются новые торговые объекты. В принципі, прирост. Чи бувають такі випадки, що вони, наприклад, виявили підприємця, який торгує без ліцензії, і переконали його, що все-таки ж вигідніше ліцензію відкрити? Ну, після перевірки, коли його оштрафували, вже взяли продукцію, він хоче далі працювати, він розуміє, що тепер він попав в поле зрення постійно, і у нього тільки один є вибір для того, щоб працювати, дійти, оформити ліцензію, стати законопослушним плательщиком, поповняти місцевий бюджет. Платить акцизы на да, другого выбора у него нет. Хотим еще обратить внимание, что все эти деньги, которые идут за акциз, ну, акциз на этот налог с розничной торговли, за лицензии, поступают именно в местный бюджет. Это наши с вами дороги, школы, садики, больницы, поэтому да, пробивая чеки, покупая лицензии, то есть если там чеки пробивают, то понимаем, что это уже будет уплата этого акцизного налога, это все вы... Ну, как бы деньги остаются у нас здесь, там, в Николаеве или там в районном центре, в котором магазин находится. И это все-таки их не какой-то вклад все-таки в развитие своего там, своей общины, своего региона. Да, совершенно верно. Это тоже нужно как бы не забывать. Это не как очень часто там слышим, да, куда идут эти налоги, там, чем мы должны их платить. Это конкретно налоги, которые остаются здесь на местах.
от которых зависит развитие, собственно. Ну, а в цифрах можно выразить, скільки від ліцензії поступає? Да, конечно. Ну, от ліцензії, к сожалению, с собой не взял цифры, но я хочу... Да, по количеству лицензий можно даже посчитать. Вся плата за лицензии поступает в местный совет, и причем поступает не по месту регистрации плательщика, где он, может быть, к примеру, как многие там, ну, большие города в Киеве зарегистрированы, торгуют в Николаеве. Но деньги эти поступают именно в то место, где этот субъект торгует. Если он торгует в каком-то селе Николаевской области, это деньги поступают в этот сельский совет. По месту нахождения точки продажи. Именно поступают. Тобто самі мешканці, вони мають бути зацікавлені в тому, щоб всі торгівельні якісь роздрібні такі магазинчики, вони все ж таки также, законно торгували. Також всі штрафи, які виявлені по реалізації алкогольних та табачних зділів, вони теж всі поступають в місцевий бюджет по місцю виявлення нарушення, тобто в цей же місцевий совет, там, або в міський совет. Так, за 2017 рік от нам було вже приймено штрафних санкцій на суму 3 мільйони 519 тисяч гривень. З них вже 1 200 000 порядка поступило в місцевий бюджет. Если говорить, вот Дмитрий Григорьевич сказал, убивать надо чеки, акцизный налог. Есть 5% акцизный налог, который введен уже не первый год. С каждой реализации алкогольных изделий, табачных, 5% должно перечисляться, обратно в местный бюджет. То есть это у плательщика взяли, предприниматель его деньги аккумулировал и передал обратно в местный бюджет. Не знаю, на сигареты 5% максимально допускается наценка от цены МРЦ на пачке, которая максимально написана, не больше. И на алкоголь 5% от продажи. И, к сожалению, не все предприниматели у нас это понимают и пользуются тем, что они убивают чеки, хотя должны все убивать и деньги поступать. Потому что и, ну, наши граждане еще почему-то стесняются попросить чек. Хотя это должна быть не просьба, это обязанность предпринимателя вам выдать чек. Вы должны это... Ну, как вот, билет покупаете на поезд, вам дали билет, да, это то же самое чек. Он должен такой же чек везде выдавать. И когда каждый будет у нас... Навіть у тому випадку, я перепрошую, якщо вам видадуть неякісний товар, так, ви можете, да, або конечно, у вас вийде якась, якісь негаразди зі здоров'ям після нього, конечно, то тільки так ви можете довести, що ви його придбали. Вам должен видати фіскальний чек. Вот каждый выбитый чек, это от суммы чека 5% поступает в местный бюджет. Смотрите, мы за январь июнь 2017 года собрали 87,5 миллионов гривен акцизного налога. Это деньги Николаевской области местных бюджетов. На июль мы ожидаем порядка 13 миллионов поступлений этого налога. Полгода 100 миллионов. Ну, мы понимаем, что это не предел. Мы можем гораздо больше. Дмитрий Григорьевич недавно вот тоже проводил интервью, говорил, что наша работа сейчас будет построена на выявление всех тех предпринимателей, которые минимизируют этот вид налога. Мы будем с ними работать, проводить проверки, делать хронометражи, поднимать им. Они покупают лицензию, но не все пробивают, не все чеки. Да? То есть тем самым в стоимость продукции оно включено, да, они должны это пробить и 5% заплатить в местный бюджет. Они смотрят по людям, кто чеки не спрашивает, они просто его не пробивают. Кто спрашивает, пробивают. То есть кассовый аппарат стоит, лицензия есть, все есть. Но таким способом тоже мы так прикидывали, что порядка только николаевский бюджет, ну это минимум миллиона, то и больше в месяц недополучает. То есть как мы сейчас свою работу строим? Мы понимаем это. Мы таким предпринимателями там провели определенные там, да, встречи, разговоры, объяснили это им, что вот такие факты. Мы знаем, что у нас нету цели их там проверками там задавить, задушить, или там, как многие говорят, или еще что-то, пожалуйста. То есть мы это видим, знаем, понимаем. Давайте начнем с того, что вы все-таки чеки пробиваете, увеличиваете уплату этого акцизного налога, да, и тогда мы посмотрим дальше. Если вы этого не сделаете, тогда мы уже включим все наши возможные законом разрешенные методы, придем к вам на проверку, и вы заплатите. Интернет-мережею поширюються думки, що саме із зведенням цих ліцензій, касових апаратів, що таким чином хочуть саме задушити малий і середній бізнес і залишити право торгувати ліцензованими товарами тільки у великих мережах. Чи правда це, чи це міф? Не вправі ваших бажань, а саме, чи можливо це, чи все ж таки вигідно працювати, якщо працювати законно? Звісно, ну, як я вже говорив, да, що якщо б так було, то процедура получения лицензии была бы намного сложнее, ее бы усложнили. Это первое. Второе, стоимость ее увеличили бы, да, достаточно серьезно. Тогда можно было бы так говорить.
На сегодняшний день мы же повторяем, что с каждым годом процедура получения лицензии упрощается. Уже настолько ее упростили, написал на листике заявление, сдал, заплатил, принес чек, все, тебе выдали лицензию. Никакой вообще сложности, никакой проблемы. Да? Стоимость, извините, сегодня бутылки водки уже там, сколько превышает минимальная, да, там, помните, 65 гривен, да, то есть, и стоимость лицензии в квартал 2000, то есть, по сути, это там для города, для сельской местности еще дешевле, то есть, ну, куда ж меньше уже, да, мы же должны как-то про государство свое тоже думать, да, и опять же, повторяю, местный бюджет, это наши с вами деньги, наши общины, которые идут на улучшение наших каких-то там условий жизни и так далее. Поэтому наоборот. И опять же выданные, сколько ты сказал, тысяч, 6 тысяч лицензий в Николаївській області, пожалуйста, вообще никаких проблем. Так що это... У мене ще питання. Ліцензія діє на один торгівельний об'єкт одного підприємця? Так, да, звісно. Угу. Тобто у тебе 50 магазинів, ти повинен купити 50 розмічних ліцензій, ти зрозумів. Це так, це також наповнює бюджет. Конечно. Как раз вот проблема, о которой я говорил, что вот мы общались, это касается вот таких сетей крупных, которые имеют там по несколько. Я их не хочу пока назвать название, потому что мы все-таки надеемся, что они нас услышали. И вот сейчас, в следующем месяце, мы увидим это по сданными отчетами. Они обещали нам увеличить минимум в 2 раза сумму акцизного налога, уплачиваемого в бюджет. Ну вот. Если этого не произойдет, тогда будем уже... озвучивать названия магазинов, фамилии предпринимателей, мы готовы к этому. Потому. Тобто ви, ваша дійсно робота не, не бажання покарати і самоцільне покарати, а збільшити надходження. Сам процес роботи у вас з підприємцями як налаштований? Абсолютно нормально налаштований. Ми якби говоримо завжди предпринимателям, ми відкриті, ми стараємося все-таки бути сервісною службою, не карательною. Какой-то там сервисный, да, ну, опять же, повторю, это к предпринимателям, которые работают в законном поле. Если мы видим, что человек закон нарушает, там, всеми возможными способами, тогда мы уже к нему применяем там... А якась роз'яснювальна робота ведеться? Конечно, постоянно. Вот, то есть мы там, Владислав, насколько я знаю, постоянно его там приглашают, он дает различные эти комментарии там и в СМИ, везде, и на сайтах у нас, и ДФС. А безпосередньо с предприемцами? Безпосередньо предприемцы приходят, когда они отримают эти лицензии, они спілкуются. К нам, наши двери всегда открыты, любого дела, что касается там, либо каких-то контроля проверочных мероприятий, либо по уплате акцизного налога, по декларации. Всегда наши сотрудники для всех открыты, помогают, объясняют, рассказывают. Мы для всех открыты. Ира, ну настолько это уже в этом проблем никакой нет. Упростили всю эту процедуру, что людям осталось только работать в законном поле и покупать эти лицензии, продавать, пробивать чеки. Что до продажу цих товарів неповнолітнім. В кожному майже торгівельній мережі ми можемо побачити таблички, які законом повинні вивішуватись так, що продаж алкогольних та табачних виробів особам до 18 років, так, заборонено, чи до 21 року? До 18 років запрещено, це все от в этом нашому законі України, 481-му про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв тютюнових виробів, в якому сказано всі условия, що таке ліцензія, як її отримати, що для цього треба, які нарушення. Тобто це єдиний закон, який регулює всі відношення в сфері подакцизної продукції алкогольних і табачних изделий. К сожалению, такие случаи есть, что продают несовершеннолетним. В этом году таких 4 случая было выявлено непосредственно сотрудниками нашего управления вместе с сотрудниками национальной полиции. К большому сожалению, так случаи были выявлены в супермаркетах города Николаева, в наших известных супермаркетах. Во всех 4 случаях была совершена продажа и алкоголя, и табака несовершеннолетним гражданам. К этим супермаркетам были составлены проверки на административные материалы, они были лишены лицензии, штрафы, они были также применены. Ну, после этого, думаю, они более качественно будут относиться к проверке документов, потому что, как всегда, идет оговорка, что, ну, вот выглядеть, особенно, что касается девушек, они были намного взрослее, чем 17 лет, но, тем не менее, если есть подозрения, надо спрашивать документы. Много таких фактов является сотрудниками национальной полиции, и эти материалы нам передаются. По их материалам мы также лишаем лицензии и применяем штрафную санкцию. Эта работа ведется постоянно у нас.
Сподіваюся, що таких випадків буде менше, і у вас робота буде спрямована тільки в роз'яснювальному плані для підприємців середнього та малого бізнесу. Дякую сьогодні те, що ви надали нам цю інформацію, і я думаю, що багато хто з наших глядачів почув те, що хотів почути щодо отримання ліцензії. З нами сьогодні були Прокоф'єв Дмитро Ігорович, заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, та Ракіпов Владислав Русланович, це начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів того самого управління. Ще раз вам дякую. Дякую. Нашим глядачам залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення, до нових зустрічей.